Короче, слухи. 84-летняя актриса все еще находится в клинике из-за проблем с сердцем. Медикам удалось стабилизировать ее состояние. Обычно в таких ситуациях большую поддержку оказывают родные и друзья. К сожалению, в свои годы Лидия Федосеева-Шукшина осталась практически одна. Рядом с актрисой находится только ее младшая дочь Ольга. А вот друзья отвернулись от знаменитости. Телеведущая Татьяна Судец, которая в свое время была близкой приятельницей Лидии Федосеевой-Шукшиной, не пересекалась и не общалась с ней больше года. Они перестали дружить после того, как актриса обвинила свою подругу и правую руку Татьяну Парамонову в финансовых махинациях. Судец призналась, что не знает, что сейчас с бывшей подругой. Ведущая уверена, что Лидия Николаевна воздается по заслугам. Как говорится, за что боролась, на то и напоролась. «Никто не хочет с ней общаться», — заявила Татьяна Судец. В последние годы знаменитость сильно переживала из-за постоянных конфликтов с родственниками. Усугубляла состояние Федосеевой Шукшиной и то, что о проблемах в звездном семействе снимали ток-шоу и писала пресса. Подписывайтесь.